Многие из вас знают, что мне подарили новый самогонный аппарат. А вот со старым я все думал, что сделать, и решил приготовить на нем бензин. Тем более, эта тема сейчас актуальная, цены подорожали. Посмотрим, что у нас получится. Для того, чтобы сделать бензин, нам понадобится пластмасса, поэтому мы раскрошим ее на мелкие кусочки. Этот мусор заметать не будем, чтобы не испортить качество бензина. Для того, чтобы сделать нам бензин, нам понадобится любой вид пластика. Максимально герметично все закроем. Подключим водяное охлаждение. Кусок пластмассы забыл закинуть. Для тех, кто не разбирается в самогонных аппаратах, сейчас объясню. Это металлическая труба, которая проходит через пластиковую. А в пластиковой идет водяное охлаждение. Отсюда холодная вода заходит, выходит горячая, что позволяет сконденсировать пары от пластика и собраться им. В нашей 3-литровой банке запустим газ. Если ебают, дети сиротами останутся. Ну, не поминайте лихом. Было страшновато оставлять газовый баллон там, поэтому мы его перенесли сюда и контролируем ситуацию. Если что пойдет не так, мы сразу закроем его. В целях безопасности отгоню машину. Вначале шел прозрачный бензин, ближе к 100-му. Ну, сейчас уже приближаемся к 76-му. Уже начала идти темная жидкость. Мы решили остановить процесс. Давайте проверим, как он горит.
слегка коптит. Наверное, 76-й у нас все-таки получился. На дне вода. Чуть не залил. Короче, из пластика бензин получить можно. Пойдем парковаться.